А сейчас Фредди Кимайо. Руслан в синих трусах, Фредди Кимайо в желтых. Руслан уникален в своей технике. Настолько блестяще он работает. Чемпион Европы среди любителей по кикбоксингу. Чемпион мира по кикбоксингу. Уникальный технарь, конечно. Фантастическая координация, растяжка, легкость ударов и мощь. Ну вот он. Вот он. Легкий, подвижный и очень молодой парень. 23 года Руслану. Это настоящая звезда. И Фредди Кимайо, выдающийся французский боксер. Фредди, который известен в мире единоборств. Большой мастер кикбоксинга. Вот здесь, в ринге, с Русланом ничего не может сделать. И удар в печень. Фантастически точный, стремительный. Спиннинг-бэк-кик, и Фредди Кимайо корчится от невыносимой боли, потому что это очень страшный удар. Рефери останавливает этот поединок. И победа Руслана Караева не вызывает ни у кого сомнений. А вот подруга Гарри Гудриджа и Райсефов рукоплещет. Точно пятка пришлась в печень. Обратите внимание, немножко отсрочен был этот нокаут. Сначала еще не понял Фредди, что это уже все. Выпрямился, а затем его сковала боль.